Так, для начала прочитаем душу. Душа скорпиона Нашки. Нашка родилась в результате греховных деяний древнего существа. Ее изначально хрупкая душа вскоре скатилась в пучину безумия. Да уж, не очень много что-то мы про нее узнали. Похоже, она тоже была результатом очередного эксперимента Сита. Но давайте сначала вернемся к Венгарлу. Back again? Ah, it was you who vanquished my body. It is my body, you see, and I can sense what happens to it. I do not mourn for it. Good riddance. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle, but will fight by your side. Теперь его можно призвать, и также у него в продаже появилось несколько новых вещей. Это ржавый красный меч, прямой меч Венгарла из Фаросы. Это огромный тяжелый меч, побывал во многих боях. Он весь истерт и покрыт ржавчиной, но по-прежнему остается грозным оружием. Легенда гласит, что этот меч был выкован для проверки силы фаросских рыцарей, но Венгарл размахивал им как деревянной игрушкой, тем самым безоговорочно доказав свое право на владение этим оружием. Можно для коллекции купить. Давайте также еще купим клеймор. Только здесь его и можно, по-моему, приобрести. Двуручный меч у нас есть. Красная ржавая сабля. Изогнутый меч Венгарла из Фароса. Этот огромный тяжелый меч побывал во многих боях. Короче, то же самое. Также он еще и продает щит. Красный ржавый щит. Щит Венгарла из Фароса. Отметки на его поверхности Венгарл делал, чтобы считать отнятой жизни. Щит очень ржавый и побитый, но при этом прочный. Будто перенял дух предыдущего владельца. Ну, давайте купим и его. Также можно немножко закупиться золотой смолой. Не знаю, нужны ли нам урны, ну, купим. Также он продает магический барьер. Окей, в общем, все скупим. И давайте теперь сходим к Тарку. You've defeated my better half. This is my thanks. Take it. Ароматная ведь Блова. I have no gods to pray to. But still I pray that your journey will be safe. Жест разогрев. I have no gods, but still I... Единственное, что нам здесь еще осталось сделать, это разморозить двух львов и забрать все эти предметы, которые, в принципе, не особо мне и нужны. Ну, мы же открываем и собираем все. Как раз у меня появилась еще одна лишняя ароматная ветвь. Привет. Лев с дредами. Большой топор льва. Большой топор воинов из клана льва. Превосходное лезвие работы настоящего мастера. Доказательство того, что члены клана льва далеко не дикие звери, какими их часто считают. Заклинание починка, человеческая фигурка и сыворотка кровотечения. Ну да, не густо. Ну, только что ради... Заклинание починка мы это сделали. Не помню, есть ли возможность это заклинание где-то купить в этой, во второй части. Но теперь, по идее, если у меня будет достаточное количество интеллекта, то я смогу чинить свои вещи, не прибегая к порошку. Истоки этого заклинания теряются в глубине веков. Оно чинит оружие и броню. А сила света восстанавливает оружие и броню. Считается, что магия... обращает вспять само время, в котором существуют предметы, но знания о том, как именно это происходит, давно утеряны. Такие типы заклинания были у принцессы Лачиль, если вы помните первый Dark Souls. Где у нас тут еще одна статуя? А, блин, да, я разогнался. Я же совсем забыл, что все восстановились. Нет,
показалось, или там был еще второй, наверное, не показалось, конечно. Да, они, конечно, мощные, но тормоза еще те. Нет никакой проблемы от них вообще увернуться. И мы тратим последнюю ароматную ветвь, что поделать. Что же ты даешь? Маска колдуна. Загадочная маска алдийских колдунов защищает от тьмы и позволяет получать больше душ. Колдуны Алдии творили нечто кошмарное и даже проводили над собой запретные ритуалы. Неизвестно, были ли они безумны от рождения или теряли рассудок постепенно. Эффект увеличивает количество получаемых душ. Вот так вот эта маска выглядит. Да уж. Отрезать рога, и я буду похожим на героя из фильма «Пила». Ну, давайте побегаем в этой маске. И нам пора отправляться дальше. Песочный зал. Очень странный туннель. И сейчас мы попадем в такую как бы переходную локацию. Которая связана с одним из персонажей, с Фарасом. Локация очень красивая, кстати. И дизайн очень специфический. И здесь у нас... Воин-мамонт. Мы уже подобного встречали, кстати. По-моему, в канализации под Хейдом. Если мне память не изменяет. Ничего не дал. Гавлан? Ты ли это? Ну, это, конечно, не он, это просто... Один из представителей его расы. Почему-то он очень враждебен ко мне. Доспехи воителя гирмов. Доспех воителей кочевников гирмов. Отлично сбалансирован, надежно защищает, но очень тяжелый. Большинство потомков народа гирмов сторонятся чужаков и глубоко презирают тех, кто когда-то изгнал их. Да, мы уже читали про них, там, то, что их изгнали куда-то под землю. И здесь, кстати, можно даже поджечь факел. Здесь главное не сломать этот сундук. Надо постоянно сделать бэкстеп. Драконий талисман. Ну, такие мы уже поднимали и не раз. Так, и здесь наверх нам пока, наверное, рановато. Для начала нам нужно посетить одну загадочную локацию, в которой нужно потратить огромное количество ключей Фараса. Но делать это, по идее, не обязательно, если вы знаете, куда вставлять эти чертовы камни. И данную пасть мы уже наблюдали. Он говорит о том, что здесь также можно вступить в крысиный ковенант. И давайте все-таки предварительно сходим в Маджулу и что-нибудь прокачаем. Итак, мы продолжаем. Давайте уже снимем это нечто с головы. Меня спрашивали, где шапка от этого сета. И шапка этого сета выглядит примерно так. И если честно, она мне не очень нравится. Поэтому я верну свою маску. Итак, у нас есть всего лишь 15 тысяч душ. Не так уж и много. Давайте опять вернемся в наш ковенант Лазурного Пути.
Ничего нового не говорит. У нее тоже ничего нового не появилось. А, можно купить у нее 3 огненных семя и прокачать пиромантию, но потом, попозже. Давайте попробуем поговорить с торговкой Рудой Хлоэн. Не помню, что нужно было сделать, чтобы она дала мерцающий титанит. Возможно, купить у нее камней на определенную сумму. Давайте просто потратим 15 тысяч, купим кучу осколков. Потому что на адекватную прокачку нам все равно не хватит. И давайте, долго не задерживаясь, продолжаем. И как только мы входим в этот зал, нас встречает огромный мамонт и... О, черт, я не могу вернуться. Похоже, к нам кто-то вторгся. И этот кто-то это NPC, так как я играю не в онлайне. Да, и что-то я слишком расслабился, похоже. Не заметила среди этой воды еще и крысу. И первым делом нам надо разобраться с вот этой отравляющей крысой. Да уж, как я умудрился не достать. Да что ж я в тебя попасть-то не могу? Че этот автоэйм? Лучник Гутри. По-моему, нам он уже попадался. Правильнее было бы его назвать арбалетчик Гутри. Составляет. И эта локация намного лучше предыдущей, она намного красивее. Да и вообще является одной из самых красивых локаций в игре. Ну или, по крайней мере, оригинальных. Хоть она и очень короткая. И здесь нам будут предлагать вставлять камни Фарса куда ни попадя. И если вы не знаете, куда их вставлять, то вы, скорее всего, потратите большое количество камней впустую. Ну, я вам подскажу, куда их вставлять. Первый камень нужно вставить сюда. Это, наверное, самое полезное вообще, на что можно потратить здесь камень Фараса. Так как все остальные траты либо совсем ничего не принесут, либо принесут какой-то слабый бонус. Здесь у нас копье Сантира. Уникальное оружие. Это копье извлечено из каменной статуи. Местная легенда гласит, что ожившую статую Сантира победили именно с помощью большого копья. Возможно, это именно оно. Тем не менее, сложно использовать это оружие на манер копья. Остается только размахивать им как булавой. Да, изначально оно не совсем как копье. Сейчас я его поставлю. Вот так вот оно выглядит. Копье с большим булыжником на конце. Вот такой у него мувсет. Но самое примечательное в этом копье то, что
Если вы его умудритесь сломать, это достаточно проблематично, потому что у него прочность 500. То этот камень пропадет, и у этого оружия изменится мувсет. И мувсет без камня станет попривлекательнее, скажем так. А мастодонт нам дал ржавый доспех. Ржавый доспех мастодонта. Доспех первых рыцарей замка Дранглик. Проржавел насквозь, вот-вот развалится. Под его весом выстоит не всякий человек, но для звероподобных первых рыцарей он был навряд ли тяжелее листа бумаги. Похоже, что эти мастодонты тоже какие-то генетические эксперименты. Только эти эксперименты проводил уже не наш старый добрый бледнокожий Сид, а кто-то другой. Там наверху можно разглядеть труп. Туда можно просто подняться. Топор гирмов и факел. И сверху как раз можно наблюдать одного из гирмов. Топор гирма-кочевника. На первый взгляд грубое оружие, но при внимательном осмотре можно увидеть тонкую работу мастеров народа гирм. Для человека тяжеловат, но для любого гирмского воина как перышко. Вообще гирмы очень сильно здесь, конечно, похожи на гномов. Вот эту штуковину можно зажечь, только это ничего не даст. И вот здесь практически вот все вот эти двери можно открыть, если ставить туда камень Фараса. Но за всеми ними просто противники. Разнообразные противники и ничего более. Здесь также по краям еще можно ставить два камня. Это откроет другие две секции этой двери для того, чтобы этот мастодонт вышел. А все это нужно для того, что, когда я уже говорил, мы уже вступали в этот ковенант, крысиный ковенант, здесь можно вступить в версии 2.0. И если вы в него вступите, то все эти противники станут вашими друзьями. И, соответственно, когда ваш мир будет затягивать других игроков, то вам будет с ними проще расправляться. Также, помимо различной живности, камнями Фараса здесь можно активировать ловушки. О, крысы, кстати, тоже дают камни Фараса, на них даже их можно немножко фармить. Правда, не так часто они будут вам выпадать. Здесь тоже можно применить камни, но это все не нужно. Ну, давайте ради разнообразия я просто использую и покажу все-таки, что он нам даст. Все, открывается дверка, и тут нас ждет парень. Так что, если вы не планируете плотно заниматься этим ковенантом, а, скорее всего, вы не будете это планировать, потому что этот ковенант, можно сказать, мертв, как PvP в Dark Souls 2. Ну, по крайней мере, в этом ковенанте практически мертво. Хотя не так давно играл, и меня затянуло. Так, и мы взяли новое заклинание «Барьер искривления». Барьер искривления. Порча, искривляющая пространство. В течение короткого времени все заклинания отражаются. У ведьмака Джилея не было учеников, поэтому неизвестно, как до нас дошли придуманные им порчи. Возможно, даже на самом деле у них совсем другой автор. Так, кто-то там активирует ловушку. Это делает вон тот засранец. Он нажимает на эту кнопку, и здесь появляются такие шипчики. Смотрите, что он делает. Хоп. Хоп. Но это не особо ему поможет. Да, эти парни очень шустрые, я бы сказал. Хотел сказать, что они очень любят закрываться щитами. Но правильной тактикой будет делать им бэкстеп. Вот сюда можно вставить камень. И этот камень откроет не совсем однозначную дверь, она находится внизу. Вот она.
Здесь открылось. Здесь у нас сундук. Мерцающий камень, мерцающий титанит. Все мерцает и поет. И это также еще дает нам возможность упасть ему на голову. Шлем воителя народа гирмов. Что-то они расщедрились. Шлем кочевников гирмов. Коренастые гирмы – добросердечный кочевой народ, но люди сочли их нечистыми и изгнали под землю. Ну, если честно, я против них ничего и не имел. Я не знаю, зачем они на меня нападают. Вот этот, кстати, гирм очень сильно любит ломать вот этот сундук. Но так как он деревянный, в принципе, ничего в нем уникального лежать не может. Кроме как ловушки. Блин, и две стрелы я умудрился получить. Обломок титанита, окаменевшая кость дракона. Ну, неплохо. Неплохо, обломки нам нужны. Мы тоже можем нажимать. Здесь также лучше не тратить камни. Так, почему я бегаю в одноручном хвате? И здесь у нас очередной зал. Здесь куча различных ловушек неактивированных. Стекает водичка, ну и пробивается свет. Да, мне нравится, как выглядит эта локация. Такой контраст между предыдущей, да, где вообще просто какой-то один зеленый мох на остатках руин одного из давно погибших королевств. То здесь вот прям глаз радуется. Мне вообще в Dark Souls 2 складывается такое впечатление, что часть локаций делали одни люди, часть локаций делали другие люди. Ну, потому что некоторые локации реально очень скудные. И по наполнению, и по оформлению. И здесь нам тоже нужен центральный тогда черепок, чтобы открыть нижнюю секцию, и он даже не сможет выйти. Так что можно более безопасно убить. Правда, у него очень длинное оружие. Душа отважного воина всего лишь здесь лежит. И ржавые поножи мастодонта. Но я не думаю, что их лор как-то отличается от доспеха. Ну, давайте еще потратим один камень Фараса и посмотрим, что он даст. Скорее всего, он активирует какую-то из ловушек. Даже не совсем понятно, какую именно. Возможно, он тоже что-то открыл снизу. Но насколько я помню, что все самое полезное я здесь собрал, но если что, поправьте меня в комментариях. Ты тоже что-нибудь дашь? Нет, этот не стал ничего давать. И мы уже добрались к боссу.
разработчики решили сильно не запариваться и сделать костер прямо рядом с боссом. Что я считаю не очень правильно, так как здесь все-таки крысиные ковенанты, было бы правильно не делать здесь костер вообще. То есть сделать там костер в начале, и пусть бы игрок потом кровью пытался пробежать. И чтобы еще параллельно его не запинали в PvP. Проходим через туман, и здесь у нас босс. Но, как ни странно, на нас никто не нападает. Тоже очень красивое место. Похоже, что босс просто тупо спит. А его охраняют 4 крысы. Очень противные крысы, так как они не просто отравляют, они, по-моему, накладывают токсин. А токсин, он, как вы знаете, хуже, чем отравление. И, конечно же, с этими крысами нужно расправиться очень быстро. Но меня все-таки отравили. И надо как-то выпить бутылочку. Но я не успеваю этого сделать. И перед тем, как к нему заходить, скушаем обычный плод, который увеличит сопротивление к отравлению. Щит бы здесь, конечно, не помешал. Блин, да как я ее не зацепил? Вроде такая бандура у меня. Есть подозрение, что я сейчас потеряю свои души. Потому что меня опять отравили. Вообще неплохой вариант их просто тупо расстрелять издалека. Как раз у меня есть лук. Но как только я начну их расстреливать, босс на меня прибежит. Ну, по крайней мере, часть из них я успею убить. Возможно. Да что ж такое, этот свай меня прям разочаровывает. Не хочет он цеплять сразу толпу врагов. И этот бокс является жалкой пародией на Сифа. Вот такая вот облезшая здоровая крыса. И правильной тактикой будет держаться у него где-нибудь между ног. И желательно не использовать на нем захват цели. Самый, наверное, опасный удар у него — это вот этот вот наскок. От всего остального несложно увернуться. И просто бить ему по задним лапкам. Да, все-таки попал я под наскок, сразу сбивает с ног. Этой твари, по-моему, вообще все атаки сбивают с ног. Тут он становится плохо, он еще и начинает блевать. И эта блевотина тоже ломает эквип. Когда у него остается очень мало жизни, он так же, как и Сиф, пытается вас из последних сил убить. Но только в бою с Сифом это придавало битве драматизм, то в битве с этой крысой не вызывает ничего.
И, возможно, вы, скорее всего, просто это вообще можете не заметить, так как просто быстро добьете ее. Душа крысиного командира, крысиный хвост. То есть мы уже получали душу бойца крысиной гвардии. Сейчас мы получили душу крысиного командира. Душа командира крысиной гвардии, защищающего царство крыс. Служители крысиного короля должны обладать немалой смелостью, чтобы пройти его испытание. Использовав душу этой храброй крысы, можно получить множество душ или создать нераценный предмет тролливали. Эта крыса что-то оставила. Чистый самоцвет. Так, давайте используем человечность. И здесь опять крыса. Да, он говорит, что я его предал, но тут же можно опять вступить в крысиный ковенант. Да, это вам не первый Dark Souls, где если вы предадите Альвину, то все, больше вы не сможете вступить в этот ковенант. Здесь никаких проблем с этим нет. Да, гирмы все так же враждебны. Большой щит, отлично. Давайте убьем этого мастодонта, чтобы он тут не мешался. Так, и после того, как мы вступили в ковенант, все, кто находится в локации... Эти парни на меня не будут нападать. А, во, я, кстати, вот активировал эту ловушку сверху. Почему-то до этого она не кидала ничего, теперь она кидает. Да, эти парни теперь дружественны ко мне. Вы их можете попытаться ударить, но это ни к чему не приведет. А, раньше, по-моему, до какого-то патча как раз об них можно было ломать копье Сантира. Если вы хотели его очень быстро сломать, можно было просто вот так стоять и долбить по нему. Теперь вроде как это пофиксили. Давайте посмотрим. Да, копье Сантира теперь не ломается в них. Ладно, хватит заниматься фигней, пора продвигаться дальше. Но перед этим я вернусь немножко назад, потому что я там кое-что забыл. Я пропустил вот эту бабочку. Старый лучистый самоцвет жизни. Окей. Ну что ж, мы продолжаем продвигаться дальше. Охренеть, он даже замахнувшись назад, умудрился меня поранить. Этот сундук я уже собирал. Давайте немножко осветим это место. И не торопитесь махать мечом, это Гавлан. Гавлан ничего нового не говорит. Можно продать ему всякий ненужный хлам и заработать на этом немного лишних душ. Так, ну вроде все ненужное я ему слил. Можно у него что-нибудь купить, например, отравленные стрелы, очень полезные стрелы, купим сразу штук 100.
Так, ну и остального у нас, в принципе, хватает. Так, и давайте с ним еще раз поговорим. Возможно, мы... Мы потратили у него достаточное количество душ, чтобы он нам подарил большой топор Гирмов. И этот топор имеет абсолютно такое же описание, что и обычный топор Гирмов. Так, я забыл обобрать труп. И вот эти статуэтки, это как бы такой тоже намек, что эти статуэтки каким-то боком относились к Фаросу, потому что эта локация называется Двери Фароса. Также мы видели эти статуэтки рядом с дырой и в темной расщелине, также на помойке. Из этого всего многие делают вывод, что гниющий — это бывший Фарос. Не до конца понятно, что именно с ним произошло. Возможно, как-то великая душа на него подействовала. Этот суровый Гирм просто тупо кидает в нас свои два топора и идет бить нас в рукопашку. Но даже руками он наносит такой не слабый урон. Опс, я использовал не ту атаку. Лучше бы я взял дубину. Парень ничего не подозревает. Если зажать здесь. Оп. Оу. А, да, я только что случайно убил невидимого полого. Да, вот здесь был. Я хотел его подсветить, но попал под горячую руку. Все-таки убивать ящерок дубиной это надежнее, чем махать сваем. Ну ладно, придется потом вернуться за этой ящеркой. Так вот, я не договорил по поводу гниющего. Как мы знаем, еще по первым Dark Souls, если согрешить и попытаться возжечь первое пламя искусственным, так сказать, образом, то можно поплатиться и превратиться в нечто. И, возможно, Фарос был как-то замешан в этом, и вот что с ним стало. Но это, опять же, все спекуляции. Бухта Брайстоун. Давайте зажжем здесь костер. Отдохнем. И сходим в Маджулу.